Так, мы находимся здесь. Нам нужно выйти из нашего особняка и поехать налево. Ну что, ты готов, Бэтмен? Или как тебя там звать? Бета-ложка? Да, не буду так тебя называть. Жму! Пошел процесс. Учитывая, что карта все еще показывает туда. Харли Квинн, чувак! И снова всем привет, дорогие друзья, Йеллоу-ложка. Добро пожаловать в бэтменское прохождение Майнкрафта. Ведь сегодня мы станем настоящим борцом с преступностью. Но не просто борцом, а борцами! Потому что вместе со мной будет друг Фикс Плей. Или в простонародье Робин Плей. Надо бы, кстати, позвонить ему. Алло? Алло, Робин, это ты? Это кто? Почему вы мне записаны, как ни в коем случае не брать трубку? Это я, Бэтмен, Робин. А, всем здорово, Ютуб. И, кстати говоря, я тебя уже час жду в Бэт-пещере. Ты там скоро? А, ты уже готов, ё-моё. Да. А я тут смотрю на этот прогнивший город. А вообще, ладно, я тогда это звоню тебе кое-что напомнить. Ты помнишь, так, да? У нас куча денег. Куча денег у нас. Да. Бабла у нас куча, лавешечки. Да. Но вместо развлечений и отдыха мы решили стать супергероями. Надеюсь, ты это действительно помнишь. Конечно, помню, это вчера было. Как же хорошо, что ты это помнишь. Так вот, у меня еще вопрос. Так. Моя тачка, моя крутая бэт-тачка, она все еще там? Боже, да, твоя крутая бэт-тачка рядом со мной. Так, подожди, Рома, это все, конечно, отлично, но перед этим я бы хотел спросить. У меня тут несколько вопросов, и было бы неплохо, если бы ты пришел ко мне в бэт-пещеру, и мы их обсудили. Какие-то дурацкие вопросы от моего напарника. Ну что ж, я могу... Вообще-то я еще на связи. А, ой. Так, все. Итак, мы спасем этот прогнивший город, дамы и господа. Я видел его истинное лицо. Улицы, продолжение сточных канав, а канавы заполнены кровью. И когда алло, стоки будут... Алло, алло, ты что, еще стоишь, что ли? Давай топай быстрее. Как ты дозвонился мне, я не понял. Просто взял и позвонил, топай. Ладно, так, окей, мы спасем этот прогнивший город. И мне тут пишет, откройте дверь, чтобы начать. Это нормально? Тогда открой дверь и начни, да, давай, действуй. Окей, окей, у меня тут, если что, есть бета-ранг, у меня есть электрические кастеты и даже крюк-кошка, прикинь. Да представляю, это наше стандартное снаряжение с тобой. Ой. Эй, мистер Уэйн, мистер Уэйн! Я прошу, что влезаю в ваш важный диалог, но Альфред в опасности! Скорее в бэт-пещеру! Да, хорошо, я уже бегу, подожди. Робин Плей, а почему ты не сказал да? то, что Альфред в опасности? Ой, я на туалете вообще-то сам не знал. Господи. Внимание, используйте крюк-кошку, чтобы притянуться. О, какие-то новые знания. Супер. Перед вами отличный инструмент, способный ухватиться за золотые блоки. Спасибо большое. Так, ладно, Робин Плей, ты там на связи? Да, слушай, я тут хотел попросить тебя врубить видео, а то звучит интересно. Хочу смотреть. А, окей, сейчас подрубаю свое мега-зрение. Так, ловлю на экран. Фу, черт, все. Рома, что это? Почему тут кто-то сидит голый на туалете? Что? А, черт, черт, не та запись, подожди. Вот, все, все вижу, все вижу. Так, все видишь, да? Да-да-да. Отлично, здесь нужно вот сюда. Хорош. Используйте свой плащ, чтобы пролететь до следующей комнаты. Че, подожди, а все бэтмены так передвигаются, я не понял. Что за странный Конечно. Дом такой? Так, а ты справишься с этим? О, хорошо! Молодец! Используйте бета-ранг, чтобы сбросить кондиционеры и пройти дальше. О! Фига себе, мне уже кажется, что не все бэтмены так передвигаются, а только я. О, вот так это работает. Оп! Красиво! Мне кажется, ли ты его сломал? Вроде там все стояло как надо. А, ну они поднимаются. Посмотри, они просто поднимаются. Это правильные кондиционеры. Используйте бета-ранг, чтобы убрать коробки. Что все так просто-то? Ну ладно! Его минус коробочки. Бэт-ранг это, кстати, крутая штука. Победите манекенов, используя перчатки или сбросив на них ящик. Что, ящик? Какой? О, чувак, давай ящик, вот он сверху, о, не видишь, да, что да, ли? Да, реально, реально. Так, как его сбросить? Сюда! Хорош! Вот это было красиво! Так, и тут в итоге дверь открывается. Детективное зрение позволит найти верный путь и скрытые детали. Для активации удерживайте Shift. Ага, понял. Это не тот шифт, Рома. Нормальный шифт, в целом получилось. Так. На самом деле, детективное зрение вообще имба тема. Да, да, смотри, вопросики появляются. Ага. Да. А подожди, а если я снимаю, вопросики исчезают, вау. Нормально. Так. И снова появляются. Ладно, нам нужно, видимо, по ним. И да, я очень быстро выбрался.
нормально. Давай, ты уже близко. Да, ты чувствуешь, да, по запаху. Конечно. Ай, господи, коробки ударили. Ой, чувак, это же я! Чувак, ты тут живешь вообще-то кучу лет, ты издеваешься? Круто! В своем доме себя нашел, молодец! Ладно, ладно. Кстати, а как меня зовут, напомни? Тебя зовут Брюс Уэйн! Брюс Уэйн! Истинный миллиардер, плейбой, филантроп и по ночам борец с преступностью. Ой, спасибо большое, что напомнили, просто не хватает мне этих слов ежедневно примерно. Так, и мне тут пишет... Найдите секретный проход в пещеру Бэтмена. Ты же помнишь, где он? Да... И где же он? Мы вместе устанавливали его. Да, я знаю, где этот секретный проход в пещеру. Боже мой, чувак, часы. А, часы. Да, точно, часы. Молодец. Я всегда знал, что это часы, потому что я же сам это устанавливал. Я это прекрасно помню. Пошел процесс бэтменского характера. Так, ну все, я, получается, в пещере. Мистер Уэйн, скорее, у меня информация. Да, сейчас, погоди, у меня тут Робин Плей куда-то затерялся. Робин Плей! Вот он, дошел наконец, спускайся сюда ко мне. Черт возьми, нет, это ты сюда иди. Боже, ладно, у меня пара важных вопросов, понимаешь? Ну хорошо, давай сначала твои вопросы, потом Люциус Фокс. Вот объясни мне, пожалуйста, почему ты сейчас выглядишь так, будто идешь бить лица преступников, а я выгляжу так, будто у меня смена в цирке через полчаса. Куда делись все деньги, когда мы мне костюм заказывали, а? Знаешь, я решил, что... Я не приду. Что за дурацкий вопрос? Ты просто заказал Макдональдс на эти деньги? Я не знаю, что придумать. Черт, у меня и правда ведь много денег. Почему мы заказали тебе такой уродский костюм? У нас даже машин 10 штук, а костюм у меня такой. Нормальный костюм, все, не жалуйся. Ладно, что там с Альфредом? Так, Люциус, привет еще раз. Мистер Уэйн! Джокер похитил Альфреда и исчез через сломанный портал! Я собрал некоторую информацию о злодеях, которые украли фрагменты портала. Как только вы победите их всех, мы сможем активировать портал и преследовать этого безумца Джокера. Портал? Какой портал? Ну, в смысле, портал! В задней части пещеры, мистер Уэйн, вы что? Новая технология, способная переместить нас в другую реальность. Джокер похитил Альфреда и прошел сквозь портал, в то время как другие головорезы отломили куски машины. И убежали с ними. Ага, то есть нам, получается, нужно починить портал, ладно. И что-то мне подсказывает, что я нашел этот портал, смотри. О, да, правда, вижу. Вон, кусков нет у него. И тут нужно раз, два, три, четыре кусочка. Все они такие разные, все такие красивые. Знаешь, как это звучит, Ромочка? Ну-ка. Как дело для двух супергероев, его крутого Бэтмена и напарника меня. Мне надо придумать прозвище. Какое-нибудь хотя бы. Давай, Чмоня. Отлично, звучит совсем не унизительно, я 100% согласен. А что нам теперь делать? Так, смотри, нам уже успели разъяснить то, что оказывается, фрагменты портала находятся у других приспешников Джокера. Так, да. Следовательно, нам нужно разузнать об этих приспешниках, и ты погляди-ка. Это тут что? Можно что-то строить. Погоди, а как это работает? Расскажите подробнее. Для создания этой машины нужны ресурсы. Найдите необходимые ресурсы и взаимодействуйте с чертежом, чтобы разместить их. Ладно. Подожди, мы сможем обустраивать нашу Бэт-пещеру и улучшать гаджеты или всякое такое? Да, получается так, только... Хорошо. Понять бы, какие ресурсы, где их достать. Знаешь, когда я в первый раз сюда пришел и искал здесь туалет, я заметил один ящик с некими ресурсами. Давай за мной, он прям тут близко. Ой, там что-то светится. По-моему, вот... Вот здесь, да! Выглядит как ящик с ресурсами. И правда выглядит как Поздравляем. Ящик. Поздравляем! Вы открыли ящик с припасами. Используйте припасы для создания станции по изготовлению гаджетов. Ага, вот. То есть мы реально можем создавать. Ну-ка. И вот, смотри. Раз, два. Хорошо. И нам теперь нужны какие-то другие металлические блоки. Ага, да. Но подожди. Это не самое интересное, что есть в этой пещере. Давай со мной. Я давно хотел подойти сюда. Преступники! Ты посмотри, какой тут комп, чувак! Это да. Ты постарался! Это мой комп! Кстати, его собирал Альфред, которого похитили... Да. Вообще замечательно! Класс! Значит так, пользоваться этим компьютером так. Допустим, ты хочешь найти преступника. Ага. Нам нужен мистер Фриз. Допустим, да? Так, смотришь, как он выглядит. Выглядит он как брутальный чувак, лучше, чем ты, например.
Окей, холодный еще такой. Далее ты смотришь, где он находится. Находится он прямо сейчас в восточной части города. Запомнил? Запомнил. На заводе Ace Chemical. Хорошо. Да, да, да. Получается, что-то связано со льдом. Ну, мистер Фриз в целом, понятно. Нам нужен Джокер. Джокер это сейчас единственный, про кого мы не знаем, где он находится. Вопросик, понимаешь? А, да, вот у нас фото, что он ушел через портал, а дальше неизвестно. Вот, вот, вот. И прямо сейчас нам нужно собрать фрагменты. И кто же у нас здесь есть? Ух ты! Это ж Харли Квинн! Погоди, это девушка Джокера. И если мне не показалось, она и вот эта девушка находятся в одном месте, Рома! О, и правда? Не меняется, видишь? Они в одном месте находятся, это... Правда, правда. Как будто это хорошая цель, тебе так не кажется? Ну-ка. Харли Квинн. Яркая суперзлодейка. Харли Квинн была психиатром до того, как влюбилась в Джокера. Оставив свою предыдущую карьеру, она присоединилась к Джокеру в создании хаоса и озорства. Теперь она колеблется между тем, чтобы стать девушкой Джокера или быть им отвергнутой. А затем быть утешенной своей лучшей подругой ядовитым плющом. Текущее местонахождение — миля развлечений. С подругой ядовитым плющом. О, понял? Они действительно вместе. И вот. Миля развлечений. Это какой-то парк аттракционов. Видишь, нам нужно зайти в пасть клоуна. Что-то в этом духе. Так, смотри, я сейчас смотрю по карте, это довольно близко с нами, слушай. Так, мы находимся здесь. Нам нужно выйти из нашего особняка и поехать налево. Угу. Ну что, ты готов, Бэтмен? Или как тебя там звать? Бета-ложка? Да, не буду так тебя называть. А теперь, дамы и господа, то, ради чего я пришел в эту пещеру. Думаете, ради Альфреда? Нет. Ради этой суперкрутой тачки. О, боже. Нажми мой, на я эту кнопку. Я всё детство мечтал на нее нажать. Уже можно, правда? Давай. Жму. Пошел процесс. Вот она сладенькая. Давай, седлай ее, мужик. Я заказал примерно 100 таких одинаковых машин, поэтому ты можешь взять себе такую же. Она одноместная? Ты явно что-то не продумал. Ну ладно, вызываю. Вот отлично. Так, теперь садись. Тебе можно ехать всего 10 км в час. Понял? 10 а ты километров. Сколько будешь ехать? Все 100. Ха-ха. Поехали. Я? Почему у меня ограничения на машине? Выезжаем. Итак, смотрим по карте, куда нам нужно. Подожди, стоять. Вот, нам сюда, нам сюда. Сейчас доеду. Так, 10 км в час едешь? Еду. Во! Так, миля вот развлечений. Он, вот он, да. Парк. Да, тот самый парк. Мы приехали. Двигаемся. Ой, кто это? Это Бандюган! Я знаю его имя! Это их преспер, как его зовут? Артур! Что? Неправда, его не так зовут! По моей информации, его зовут Рома! Мы его ушатали! Ты ненавидишь Ром? А ты Артуров? У нас есть пара вопросов друг к другу. Справедливо. Так, пошли в задницу, Артуры! И нам, видимо, сейчас нужно в эту сторону. Учитывая, что карта все еще показывает туда. Харли Квинн, чувак! Чего? Плющ! Подруга стоит! Господи! А мы подойдем просто? Чего? Драться? Свет? О май гад. Идея! У нее идея какая-то, смотри! Черт возьми! И просто уходят. Мы не будем им мешать как-то, батаранг может кинем напоследок. А, ну да, кстати. Стой! Черт, ну как же мы не вовремя? А, и здесь в итоге мы не заберемся, да? Черт, надо было ловить их, пока была возможность. Сбежали. Какие-то мы неумные ловцы преступников. Ну еще это наше первое дело, нам можно. Так, здесь забираемся. О, и тут есть вопросик. Что это? Детективное зрение. А что это? Ай, больно в ноге. Тогда давай пройдем как-нибудь мега аккуратно. Не толкать, не надо. Аккуратненько. Сюда, хорошо. Хорошо. Ой-ой-ой, меня отталкивает прям. А, боже мой, курицы! Отстаньте! Да это не курицы, это наряженные ламы. Нет, это курицы. Ладно. Как Бэтмен сказал, значит правда. Вот-вот. О, смотри, что это? Черт возьми. Чувствуете себя плохо? Посмотрите вниз. Мне кажется, это какой-то плохой совет. Ну, явно не из хороших. Ой. О май гад, как это странно выглядит. Ой, это уже... Ой, давай быстрее, пожалуйста. У меня голова кружится. Да. О, это было... Это было прикольно. Тут зеркало как будто какое-то. Стекло. Зеркальный лабиринт. Черт. Как... По-моему, с нами просто играются. Почему это резко стало каким-то хоррором, я не понял. Да. Вот почему! Боже! Пиздец!
Тихо, нет, стой, Бэтмен, успокойся! Нет, Бэтмен, подожди! Нет, мы не должны пугаться этого всего! Нет, задницу нет! Соберись, я тебя по жопе сейчас шлёпну, собрался! Иди сам, всё. Я Робин, я не могу просто один пойти, я иду только с тобой! Чёрт, почему ты Робин? Почему не я Робин? Я заткнулся и не пугаюсь. О, мы прошли. Хорошо. Да. Смотри, тут растения. Растениями управляет кто? Та самая Плющ. О май гад! О май гад! Это что такое? Чёрт, это растение! Я половину хп потерял, чтобы ты понимал. Половину просто за один удар. Ай-яй-яй, я тоже. Так. Давай аккуратно. Да, его можно убить, Ай! Что это? Я закидываю, живое растение, блин. Хреново. Мне тоже. Давай, вот оттуда стреляй. Вот, хорошо. Вот, просто идеальный ракурс. И оно даже не дотягивается, смотри. Да, и он не достает, идеально, хорошо. Фух, чем дальше, тем тяжелее. Мы это уже постепенно начинаем понимать. Так, а ну-ка, давай, корова. Все, не успела меня убить. А ну, выходите. Вы кто такие? А ну, ай. Они быстро, толкаются? Быстро. Я, кажется, понял. Так вот, аккуратно быстро проходим. То есть, ты дай ударить, а потом резко беги. Ага. О, ингредиенты! Наконец-то хоть что-то нашли. Ну-ка, доставай. Так, это у нас дерево. Да, это у нас дерево. Это не тот металл, да, это для чего-то другого нужно. Нам именно металл нужен. Причем нам нужен ледяной металл, как я понял. То есть ты понимаешь, это, у кого видимо, это есть. На фабрику к мистеру Фризу. Да, нам не Харли Квинн нужна. Но по сути мы сейчас сразу двоих найдем. Мы и ядовитую Плющ найдем, и Харли Квинн. Подожди, Рома, мне кажется, или вот здесь вот ядовитый Плющ? Смотри, какая-то подозрительная комната. О, да. И слышишь, музычка такая. О, нет. Воу! О, нет. И Харли Квинн, Они базарят, что-то говорят. Они говорят, что ядовитый Плющ равно, наверное, город, царство. Она хочет захватить город. Да. Так, Рома, надо ее остановить, помогай. Да, я помогаю. Так, у нее там друиды, ай, что ли? Что за урон бешеный? У тебя все получится, я буду друидов бить. Давай, а я с ней сражаюсь. А ну иди сюда. Магию свою использовать прекращаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У меня полздоровья. Осталось-то всего четверть. Это первая фаза только подписана сверху. А, это только первая фаза, реально. Ладно. Так что давай помогай. Хорошо, есть, отходим. Спи. О, не-не-не-не-не. Не дай ей себя задамажить. Нет. Уворачивайся. Ты, Бэтмен, уворачивайся. Черт возьми, нет. Давай, Рома. Нет. Я умер. Это был город, которому нужен был герой. А он умер такой бездарной смертью. Это было реально бездарно. Я не могу теперь убить ее, смотри. Серьезно, я теперь один сражаюсь. Да, то есть вся надежда только на тебя. Надеюсь, тебе получится. Мне нужна твоя поддержка, Бэтмен. Какие-то советы по жизни, я не знаю. Прости, у Бэтмена есть только деньги. Никакой силы и мощи и власти, только деньги. Давай. А, есть. О, Харли Квинн. Закончена. Харли Квинн. Нет. Смотри, она зовет ее. Ой, иди сюда, быстрее. Бегу. Сюда. А теперь бей ее. Что? А, зачем ты меня подозвал просто так? У меня два здоровья. Я так потею, что даже разговаривать не могу. Это очень сложно. Я, знаешь, я на это смотрю со стороны. Это выглядит так, как будто в тебя какие-то курицы летят, а ты прыгаешь, как циркач какой-то, развлекаешь публику. На деле это бомбы, которые сносят мне пол здоровья. Есть! Теперь беги, черт возьми, беги! Я пытаюсь, она ставит бомбы! Обалдеть, как это со стороны выглядит! Не дай себя подорвать. Так. Да, я помню твой совет, Бэтмен. Если тебя бьют, беги и не оборачивайся. Нет, не так. Если тебя бьют, то просто нужно много денег. Что? Бей. Что за советы странные? Пару ударов. Ну? И... Ну, нет! Чёрт, это еще не все! Слушай, а представь, что она сейчас пол взорвет. Вот это будет, конечно, пипец. Нет, я не хочу проваливаться вниз. Так, главное, бегай не около бомб. Не так, около вот бомб. Сейчас, вот сейчас, где-то в центре. И валю отсюда. Чувак!
нет, чувак, я не хочу! Чувак, меня к тебе телепортировало! А, меня да? К тебе телепортировало, прикинь! О, боже, спасибо, спасибо, Бэтмен, что ты разобрался! Помогай давай! Что это за звуки, Бэтмен? Бэтмен, что происходит? Да, сражаемся мы с ней. Ой, как у нас синхронно получается, ты посмотри. Отлично, у нее прям мало здоровья осталось. Меньше 10%, и она упала! Все! Есть, есть, хорошо, теперь молодцы! Ядовитый ключ. Остается только она, супер-мега-подруга. Давай! До свидули! Поздравляем! Сюда. Убежище на миле развлечений разблокировано! Используйте телепорт в пещере Бэтмена, чтобы быстро попасть в парк развлечений. А, ну то есть мы теперь можем телепортироваться сюда, а это... Подожди, это что такое? Растение? Подбери-ка. Вы посадили за решетку Харли Квинн и ядовитый плющ, но их гаджет остался. Подберите и попробуйте использовать его. Удачи! Давай. Так. Ой, смотри, реально дали. Так, и как это... Чего? Что подожди, это? Рома, подойди, подойди. Так, вот смотри, видишь эту штуку? Так. Стреляю. И растет дерево. Вот оно что, Михалыч. То есть мы можем пройти вот так наверх, да? Теперь да, получается. И не только в этом месте. Я видел очень много таких штук. Блин, так это можно так карту изучать, ты же понимаешь? Да, 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 это теперь отлично. Смотри, вот тут вот поднимаемся. Идеально. Ты посмотри, что она сделала с парком. Тут все в этих лианах. Обалдеть. Да уж, Бэтмен так не может. Он может только закидать всех деньгами. И батарангами. И батарангами. А еще, кстати, смотри, там наверху есть ящик с ресурсами. Мне кажется, что нужно подобрать. Я вижу. Только, надо только долететь. Давай, Бэтмен. Сейчас я попробую. У меня получилось. О, давай, давай, подбирай тогда. Так, подбираю. Ну-ка. О-о-о. Оп, сюда тоже дерево какое-то. Все, телепортируй нас. Ну что, у нас появляется первый фрагмент. Я предлагаю его сразу вставить. Подожди, у тебя тоже? Да, кто вставит? Давай я вставлю. Как говорится, не привыкать. Бам! Итак, нам нужно еще три. Да, пока что ничего не произошло. Тут даже кнопка есть, смотри. Да, то есть только так мы сможем попасть к Джокеру. Ну а вам, дамы и господа, я могу сказать, что если вам понравился этот тестовый ролик про Бэтмена и Робина Плея, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь, потому что только по этому ролику и только по вашим оценкам мы можем понять, проходить ли другие камни, пытаться ли найти Джокера и спасать Альфреда. Все будет зависеть только от вас, поэтому, опять же, не забывайте, пожалуйста. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лоу Ложка и Фикс Плей. Всем удачи, всем пока! Пока-пока-пока-пока! Всем пока!